Приветствую вас, друзья, на канал BabaPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving the Aftermath. Пятое обновление Sanctuary. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, сегодня мы будем дальше развиваться, развивать нашу колонию. Будем смотреть, куда мы будем выдвигаться, в какую сторону предпочитать будем, куда лезть, куда полезем, что изучать. Я чуть-чуть поисследовал в офлайне, я построил, изучил парочку этих навыков в офлайне. То бишь мы изучили маленькое поле, ну и выделка кожи. В том, что использовать убитое животное, национальное содержание мяса, но можно съесть, а можно сделать волокно. Достаточно знать, как сделать тушку. Эррор еще, до сих пор еще не сделали иконки, да? Итак, что же мы... Вот, да, что это, блин, за звук? Я не понял. Первый раз слышу такой звук. Не знаю, с чем это связано даже. Ну ладно. Так, смотрим, проверяем, сейчас бегаем по этим, что у нас есть. Так... Так, тяжелое, что у нас? Тяжелый брезент изучен. Медсестры, крыша на опорах. Как правило, колонисты любят, когда крыша не падает им на голову по ночам. Надежная опора удерживает крышу от обрушения, укрепляет здание. Лачуга. Ну вот не пишет, что. Вот это как это понять? Друзья, блин, исправьте эту гадость. Ну, я не понимаю. Так, исследование. Бартер. Мы идем... По бартеру сейчас, кстати, да, давайте по бартеру будем, чтобы мы начали торговать, чтобы я показал вам новую фишку торговли, потому что в прошлой серии у нас этого не получилось. То бишь, не получилось, я даже как-то не, блин, пропустил это мимо, короче, глаз и ушей вообще. Так, я помню, говорил, что, друзья, да, у нас рандомно спавнится какое расположение, да, всех этих палаток, да, как видите, здесь у нас есть стол, здесь стола нету, так что такое... Повзрослел, молодец, умница. Так, у нас есть два специалиста, потому что в офлайне пришел еще одна группа выживших. Очень мало людей пришло, но, по крайней мере, они пришли. Так, это у нас направлялось домой, чтобы скинуть припасы. Так, ну, а это так, тут у нас уже первая машина, есть 6 уровня на 2 места. Мы это заберем однозначно. Ну, так, уже скинул, да? Ну, иди сюда, да, смотреть. Это тоже хорошая фишка, ну, как уже это уже было в предыдущем обновлении. То, что вот такая вот ты не, она не скидывает сразу все уровни свои, да? Ну, то бишь, шаги, можно так назвать, да? Так, сколько у нас как изучаться торговля? Бартер, 11 часов еще. Надо сейчас придумать, куда его поставить. Я думаю, где-то его поставлю, где-то вот в этой зоне. То, что он, ну, где-то вот сюда сейчас протащим дорогу. Чтобы вот так как-то центрировать его вот. Что это за звук, бля? Это ли у музыки, что ли, такой играет? Я не понимаю сейчас. Ну, скорее всего, музыка. Ой, что тут? Так, ягоды добиваются, ягоды добываются, да? Ну, скорее всего, это там музыка просто. Не, смотрите, вот эти... Не удалось выспаться, неприятные эти, как его, эмоджи. Такие печальные, типа, они... Да идите в жопу, нога. Не, такого звука раньше не было, я как-то, блядь, даже как-то не засекал, друзья. Да я не знаю, что такое вообще происходит. Напрягай меня. Даже, кажется, в предыдущей серии такого я не слышал. Ну то ладно, может быть, я как-то пропустил мимо ушей это все дело, не знаю. Но я такого звука, походу, не слышал. Так, смотрим, что здесь у нас. Один час. У нас сколько бартер исследован? Замечательно. И сразу же пограничный аванпост тоже можно исследовать. А, у меня очков не хватает. Что можем еще тогда исследовать? Крыши на опорах. Производство, монтировка. Это что дает нам? Станция по прилому ран, станция по переработке. Ну, это чтобы дается еще одна ячейка к этому. Обеспечить, что питание, кухня.
Нет, нам это ясно, производственно идем тогда по монтировке, чтобы добавить по одному человеку еще в каждое строение. И сейчас тогда мы поставим быстренько торговый центр. Блин, меня напрягает вот эта вот эта тема. Вот так. Здесь мы... Почему я поставил такое расширение, чтобы я мог вот так сделать, друзья? Так, хорошо. Сейчас у нас первая торговля зайдет, нам надо собирать уже серебришки. Да ебать, я не могу, что такое? Завязывай этот звук, где я могу его выключить? Настройки звук. Звук, громкость музыки, я вырубил громкость эффектов. Где чуть потише. Общая громкость тоже потише. Да, блядь, я главное, что, блядь, делал, а вот перемен так и не применил. Звук. Вот так, вот так. Подтвердить. А то он прям по ушам так бьет. Так, сейчас мы построим это и отправим уже первых торговцев. Может быть, что-то им нужно, что мы можем торговать? Можем металл продать. Ну, сейчас увидим, что они хотят вообще, что им, что они вообще, во в чем они вообще нуждаются и что они нам могут даже предоставить в этом плане. К вам что-то пришел, кто? Вот. Давайте передать предложение. Ну, так. Жилая дама с белым грузовым пришел, чарлю, приближается к вам при ритмично подвязывая небольшими стеклянными посудами. У нее никогда была лаборатория, халат, это, короче. Как обычно, ничего нового. Берем мы науку. Так. Хорошо. С едой у нас пока что более-менее все хорошо. Так, монтировка изучилась. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Команда собирателей. Станция по приему лома. Блин, ну это я не вижу, блин. Надо будет потом проверить, что-то, может быть, какие-то обновления не зашли еще, не понимаю. Строительство завершено, центр торговли. Так, все, у нас 6 человек есть. Так, смотрим, сейчас нажимаем, друзья. Видите, мы сейчас нажимаем на иконочку. У нас появляется община, да, Dead Creek. Эта колония напоминает старый американский город, но, как мы уже читали при этом, они торгуют доской, мукой, инструментами, тканью и деталями. Мы нажимаем на нее. И, как видите, у нас репутация и депутация, но мы нажимаем на торговлю. Раньше такого не было. И вот видим, что они нам предлагают, и что мы можем им предложить, да? Например, у нас инструмент есть, но они инструмент производят, да? У них есть машина. Я могу им металл продать? Смотри, давайте продадим металл ему. Вот давайте, сколько там? Сколько у нас там? 100? Давай. Давай, 60 металла продадим. Окей. И ведь у них отбирается 240, у нас добавляется. Тут показывает, сколько у них денежек и что мы им можем предложить. В дальнейшем тоже мы опять же можем еще и, например, не знаю, чем там торговать. Инструмент у них есть, да? Ну, кукуруза, картофель, ткань. Вот пластиком, да, давайте пластик, да, чуть-чуть там дадим ему. Сколько там? Ну, 20 штук, нет, сколько у нас? Ну, давай 30. 120. Нажимаем ОК, и видите, мы получаем 30-60, и у нас время в пути 1 день 15 часов. Мы нажимаем, и все, торговля пошла. Мы сейчас с ним будем торговать. Вот. И... А почему торговля один из двух? Хм. Ну ладно. Закрыть. Закрыть. Один день, 15 часов. Да? Окей. Значит, мы дальше у нас тут изучается. Отлично. Центр завершено. Так, значит, так. Что у нас получается по нашим специалистам? Они еще не откатились? Нет, не откатились. Следующее, что нам надо сделать? Так, нам надо начать налаживать производство того или иного... продукта. Так, перейти на карту мира. Так, иди сюда. Так, забираешь ты последние эти. Что у тебя здесь, подруга? Ты что-то здесь нашла, да, пластмассу? Ну, сначала давайте проверим. Алло. Что у нас здесь рядом? Бетон. Ну, потом мы пойдем соберем это и возьмем пластик. Там без штрафов. Следующее, что можем мы еще такое построить? Так, склад у нас есть, дома у нас есть, временное пристанище у нас есть. Так, рыбная... Поле можно было построить парочку, да? Вот сюда, например. Пока что. Друзья, если чтобы поменять полупреугольник или квадрат, нажимайте R букву, да, латинскую. Я сейчас думаю, я пойду прямоугольником. Нет, прямоугольник не пойдет, потому что у нас что-то там не хочешь почему-то срабатывать. А почему? Я понял, почему. Потому что, видите, друзья, у нас тут текстура не прогружена. Значит, мы сюда что-то поставим другое. Мы тут что-то построим что-нибудь иное, так скажем. Значит, делаем так. Вот так, сюда прямоугольник. Раз. Два.
Так, это по одному человеку. Давай сюда еще три. Три поля у нас будет. И может быть что-нибудь сюда построим. Может быть даже еще один торговый центр. Посмотрим. Ну то, что вот эти мне... Вот то, что это звуковое оповещение, мне это раздражает, честно говоря. И почему не удалось выспаться, это тоже мне непонятно. Может из-за того, что там какой-то шум, соседи шумят. Не знаю, это проверим по дереву технологий. Так, где наша пища? Не, у нас есть колония. Медсестра, курс первой помощи. Оп, так, что это у нас? Межкомнатные стены, да. Вот, нам надо идти, короче, крыша. Так, идем туда с жилье. И сюда зайдем потом. И уже выучим это дело. Так, сюда мы будем сажать в еду. Нам нужно еду, потому что у нас потребление 14, а мы добываем только копейки. Так, у нас есть кукуруза, которая довольно-таки быстро растет. Значит, мы поставим сюда еще одну... Нет, картошечку поставим. Туда поставим картошечку. Так, перейти к карте мира. Сейчас перейдем. Мы надо, чтобы они застроили это поле. Потом эти поля мы, конечно, сделаем большие поля из этих маленьких. Но сейчас нам пока что хватит этого. Итак, сюда мы тоже ставим картошечку. Потому что средний рост, а высокая добыча идет. Так, смотрим на карту. Посылаем наших специалистов по делам. Этого специалиста на разведку сюда и тогда домой. Бля. Окей. Так, 4 человека. Сколько у нас места есть? 3 места. 5. Вау. Воу. Вот это плохо. Это очень плохо. Так, стоп, сколько у нас человек? У нас, так, у нас принимается 2. Нам надо еще построить пару больниц. Так, нажимаем паузу. О, ептай. Вот это плохо, друзья. Это очень плохо. Я не ждал, что так быстро этот... Эта катастрофа к нам наглянет. Блин. Ладно, поставим туда-сюда я. Пока что. У нас один день. Йо. Мы не успеем, мы не успеем. Мы и не успеем. У нас 6 человек. Он будет расти по экспонансе и будет полнейшая жопа. Значит, что мы делаем? Мы сейчас сделаем такую вот вещь. Мы убираем отсюда человека. Мы убираем отсюда человека. Что еще можем? Откуда можем еще убрать? С поля? Ну, блин, поле опасно с поля убирать. Так, у нас получается 5 человек, это 2. Ну, надеюсь, что нам протащим. Но я надеялся, что мы так не так быстро столкнемся с этой катастрофой. Потому что это самая противная катастрофа, которая может быть. Так, еще можно вот отсюда убрать пару людей. Так, у нас получается... А, ну зачем так? Ну, можно было оставить одного человека здесь. Один здесь человек есть, здесь, окей. Специалисты готовы к работе. Вот это, блин. Печалька. Ткань. Ну, раз мы тут уже находимся, давайте еще откроем пока что территорию, парочку здесь. Таблетки. Сколько у нас аптечек сейчас? 12. Ну, антибиотик, по крайней мере, у нас есть. Это ускорит наше выздоровление. Ну, то бишь, не наше, а наших колонистов. Так, о, сразу, подожди, сейчас, так, секунду. Герметические швы. Медсестры. Без разделения обязательности человек понимает свои сферы ответственности и чрезвычайную ситуацию, ну, никуда. Лечение коронавируса будет проходить быстрее и безопаснее, вот что нам надо. Ну, 15 часов, я надеюсь, я думаю, что я не успею. А может быть, успею. Блин, вот такой тебе экшон. Так, у нас 4 человека на носилках, да? Носят. Вот тут... Нахер это не звук еще поставили, не понимаю. Вот так же напрягает. Вот так. Боже, это будет... Ну, или мы продержимся, будет все просто бомбезно, или у нас будет полнейшая звезда.
Звезда по имени Солнце, блядь. Ну, не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что мы нормально проживем, и у нас будет все отлично. У нас один день остался. Сколько у нас исследований еще осталось? Еще 8 часов. До дня катастрофы 0. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, сейчас начнется, блядь. Крысы начнут вылазить из земли. Это какие-то, блядь, мутанты, на, по-любому. Твою мать. Ну ладно, ну что ж поделать. Ничего ж уж не сделаешь. Надеюсь, может быть, какая-то бабулька придет с нашими, с какими-то аптеками к нам. Как обычно, она приходит в такие ответственные моменты. Ну, блядь, 30 не удалось выспаться. Специалисты готовы к работе. Ну, это хоть радует. Иди сюда, где-то там. Куртки. Ну, нам все равно будет рано или поздно отсылать его домой. А, второй же специалист. Не мы становились специалист. Второго никуда. Ладно, идет забирать ткань. 59, значит, 2 прихода. Но тут будет где-то по-любому. Так это хай-энд строение. Здесь должна будет наука. Из одних, из этих двух. Может, даже из этих трех карт. Видите, как долго это все. Так, хранилище у ворот. Денежки у нас пришли, да, все нормально. Как вам польский интерфейс? Кит. Отправим. Ну давай уже заканчивай, вот это. Сколько осталось? 2 часа. Давай. И мы потом сразу поставим изучать вторую позицию для наших врачей. Чтобы было у нас 2 ячейки работников. Это находится вот здесь. Дает дополнительную ячейку для медицинской палатки. Ну да и не только. Так, исследование завершено. И первый, так, вот так. Я, конечно, не планировал в эту среду идти. Все, погнали, блядь. Ну, сейчас будет полнейшая звезда. Все, у нас 270 пытаются умереть. И сейчас будут все заболевать, и будет пиздец какой. Вот. Иди сюда. И останется один человек. Замечательно. Так. Хорошо. Ну, надеюсь, что у нас все получится, и будет все отлично. Так, у нас тут кукуруза уже растет, уже все нормально, урожай собран. Так, тут уже тоже растет, все отлично. Так, ну сейчас будет первый удар. Вот сейчас ждем, сейчас будет первый заразившийся. Ну. Странно. По идее, уже должно было быть. Ну же, блин, при первых секундах уже появляется. Или что-то опять же поменяли. Но говорили, что наоборот будет усложнено это дело в этом плане. То бишь... Так, бетон-машина. Трехместная. Загадочный воздушный шар. Так. Прямо в центре вашей колонии приземлился странный воздушный шар, напоминающий метеозонд. В его корзине вы нашли кучу непонятного оборудования и бумажку с посланием. Где встречает змея свой... Что? Подожди. Где вечная змея свой пишет поворот. Пройди на год вперед до старого Соловья Вселенного. Помоги нам, куда отправить экспедицию. 365 шагов из изгиба реки до старого дерева. 365 шагов из изгиба до старого дерева. Ну, змея обычно идет река. Вот это идет. Да, мы получили. Расширяю общение, вы подправляете свою полку, посмотрите то место, откуда прилетел медиазон. Вскоре они возвращаются к вам с целой горой научного оборудования. Оказывается, в небольшой пещере, на которой вы взяли послание, скрывалась маленькая секретная лаборатория, которую вы уже успели обознать, разгромить работники. Так, 25 топлива, блин, это вообще как-то ни о чем. Крыша на опорах, ладно, мы же комнатные стенки, вот это мы сначала изучим, а Херс мы с 2 изучим это, сколько здесь, тоже ничего не изучим, нам надо научные очки. Так, ну что, сейчас полавим, ну, что-то, блядь, они еще не болеют, это как-то очень напряжно, я тут, блин, панику уже сделал из этого всего дела, а тут даже еще никто не заболел у меня, это как-то очень подозрительно. Ну тут же крысы какие-то, блядь, что это, или, блядь, клопы, что там бегает? Это самая противная буря, ненавижу ее. И радиационный дождь, это 2 вещи, которые меня больше всего бесят. Со всем остальным можно бороться, а вот с этой гадостью, блин, довольно-таки опасная. Ну вот, все, появилось 2 инфицированных. Ну хорошо, ладно, они сейчас будут изолированы, они пойдут сейчас лечиться, и довольно-таки быстро должны они лечиться.
Ну да, довольно-таки быстро-быстро происходит лечение. Быстрее, чем в предыдущий раз, когда у нас не было никаких обновлений. Когда там у нас человек с поломанной рукой ногой ходил. Блин, такие крысы огромные, смотри на них, блин. Просто такие обожравшиеся. Ягоды, что источник? Тут же... Так, тихо, что-то происходит. Так, у нас один только инфицированный, Скарлетт, который сейчас лечится. По идее, сейчас должно быть 4, да? Типа, как это у них было задейств проскриптовано. По крайней мере, в предыдущих обновлениях. Так, у нас тут все собрано. Принести рабочую зону. Специалисты готовы к работе. Так, хорошо. Чувачок. Носи в кулачок. Иди сюда. Бетон. Так, ты женщина, давай. Вот здесь я буду чувствовать, будет здесь. Будет это как его, науч. Да, хер раздавать тут будет. А мы тут не знаем, что здесь даже есть. Потому что тут стоит этот паскудник. Так, у нас Мухаммад заболел. А чё вы идете в ту, блин, больницу? Тут видишь еще счастье, блин, а чё так мало счастья у тебя? Вроде бы такой смайли фейс. Работает охотно и успевает больше. Отлично. А ну уже завязывать, уже второй день у меня идет эта странная, блин, эпидемия. Убейте, тише, уже эти крыс, нахуй, завалите. Установите, блин, мишаловки. Или это какие-то крысоловки для мутантов этих херовых. Так, двое детей у нас еще, да, есть. Так, на ну, хорошо, это у нас будет специально у нас 20 человек рабочих будет в будущем, да. Или подожди. Общая население слишком. Не, рабочие взрослые 16, не, в общем, 18, все правильно. Вот эти, блядь, не смайли фейсис меня раздражают. Так, потом мы сейчас это, как мы изучим. А мы уже изучили коммуналку, мы как эпидемия закончится, мы построим коммунальное жилье и переоборудуем палатки. То бишь не палатки, а переоборудуем дороги. Не, ну очень долго, даже ничего не могу строить, потому что, блин, тут опасно, мне надо как-то продержаться. Без потерь. Так, что у нас с кукурузой? 62%. Так, давайте посмотрим, что можем поторговать, может быть, с чем-то тут. Так, репутация у нас нормальная с ним, давай торговать. Что вы тут можете еще, что вы там, что вы хотите от нас? Бетон можем им продать, друзья, кстати говоря. Давай 50 бетона продадим. Окей, и что еще можно продать им такое, что у нас такого дофигища есть? 83 металла, антибиотик, пластик, утиль. Волокно не сами могут нам продать, топливо. И че так, мучной червь, нет. Металл не буду продавать, доски, можно доски продать им, кстати говоря. Или не, они сами производят доску, давайте просто продадим то, что у нас есть. Закрыть. Назад. Может, мы найдем какое-нибудь еще сейчас поселение, после того, как у нас вот эта вся звезде, вся эта звезда закончится этой вот эпидемией. О, вот я говорил, вот сейчас начинает по экспоненте все расти на. Так, у нас наконец-то вырос ребенок. Вот. Сколько здесь очков? 123. Нормально. Бомбезно. Так, 34-4, все замечательно. Мы сейчас заберем куртку в машину и домой. Ну, это не сейчас, это будет со временем. Уйдите, лечитесь, друзья. Они сейчас, блядь, сидят, нога, а потом, блядь, сдохнут. Так. Ой, ой, извините, друзья, не заметила. Строй взрослых, доски, кукуруза. Давай берем, чё нам? Ой-ой, воды запасы. Ёпт. Чё-то. Чё-то я тут. Где наша вода? Где наши... Офигеть. Офигенский. Вот это плохо. Давайте бежите, стройте мне.
Вот не подумал и принял. А у нас же воды, у нас даже бочек нету, блядь. Они сейчас будут мне до жажды сдыхать. Ёптвой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как это все плохо. Что, не дос... Ай-яй-яй. Давай, дружище, принеси еще два бетона. Блять, вот это я как-то не подумал. Ай-яй-яй. Ну? Вот он идет. И давай сразу строй его. Блин, я забыл бочки ж построить, дубина. Фу, ну нам повезло, друзья, скажу так, повезло. Насколько он сразу справится с катастрофами? Ну, блядь, что тебе сказать. Несложно, нормально. Всегда желательно, друзья, в фидбэке писать, чтобы разработчики поработали над теми или иными вещами. Конечно, с одной стороны, они могут усложнить нам жизнь, да? Но с другой стороны, могут и улучшить, да, наши. Так, тут один можно поработать. Сюда, пацана. Или живчонку, или что там, дадите мне. Тут есть все окей, тут все окей. Так, сюда человечка. Раз, два. И сюда. Раз, два. Отлично. Пусть работает. Строительство колодец завершено. Так, что здесь? Ягоды. Переместить рабочую зону. Отлично. Так, здесь все есть. Добывают, не добывают. Переместить рабочую зону. Оу. Вот так. Что здесь у нас? Ой, еще тут заболевший. Ёб твою мать. Вот это плохо. Лейкемия, это плохо. О, радиационное заболевание, лейкемия, блядь, чем ты вообще, Вова? Так, здесь есть, все есть, все здесь, окей, идем, карта мира готова, подруга, забирай очки, чувак, ты забирай последние куртки, нет, не получится последние. Так, нам надо, знаешь, что, друзья, вот это построить? Только знаю вопрос, куда мне его построить. Где-то там, где я не буду, никуда ничего не могу поставить больше другого. Вот сюда, например. Одну сюда. Два, третью, да. Вот так. Пусть будет. Значит так, исследуем еще дальше. Исследуем. Мы сейчас пойдем коммунальные крыши делать. Коммунальные крыши, блядь. Коммунальный... Что? Блять, у нас нет аптечек. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас нету лекарства, блять. Маме плохо, у нас нет лекарства. Блин, так дал бы зерно. Сорян, дружище, ну, бля, нет у меня, не было у меня. Если было бы, конечно, тебе дал, но... Видишь сам. Так, значит, так, смотрим, что мы можем построить. Так, коммунальное жилье. Ну так видите, да, у нас гораздо другой объем места для этого всего дела. И это было одной из причин, потому что почему разрабы не хотят делать как улучшение, да, типа мы кликнулись улучшить. Но я надеюсь, что они это переработают, потому что это более, как говорится, удобная вещь в плане того, что ты можешь планировать лучше. Потому что, если, например, сейчас я буду вот это сносить, да, мне это надо уничтожать, вот это надо уничтожать, это мне надо все уничтожать и тогда строить все заново. Вот, и это очень нехорошо. Мы теряем ресурсы. И ресурсы мы теряем не маленькие в этом плане. Вот, это можно сразу убирать. И это надо убирать. Что здесь такое? Что тут происходит? Торговый, так, специалист готов к работе. Это мы сейчас... Так, это собрало все, да, здесь? Так, значит, сюда еще, может быть, еще очки.
А не, у нас тут молл-таун какой-то есть. У нас новая торговая точка есть. Ну, собирай это. Так, идем домой. Нажимаем паузу. Чтобы время не терять. Так, это можем тоже уничтожить. Сразу пауза и ставим 4 дома. Ты коммунальный жилье, вернее. Раз. Два. 4. Ну и протягиваем дорогу тогда. Вот о чем говорил, дождать, друзья, то, что очень удобно, такая вещь, что тебе надо вот это сносить, все, ты теряешь ресурсы, ты, во-первых, теряешь время, ты теряешь настрой людей, потому что они остаются без крова. Не, ну можно, конечно, это было побременить с этим, но нам надо, чтобы они хорошо высыпались, а для этого нам нужны нормальные строения. Это у нас, да, видите, у нас очень все несчастные. Так, у нас пока имеет, сейчас есть водяная башня 2100. Если что, какая-то катастрофа на нас, наверное, наглянет. Так, там вы добываете, да? Ты добываешь, добываешь, все нормально. Сейчас они быстренько дома построят. Что здесь не хватает тебе? Металл у тебя есть? А досок не хватает, да? Ну, окей. Так, исследование изучено. Герметические швы, фаянсовый друг. В мире, переживший конец света, туалет и водопровод, это настоящая роскошь, которая обязательно подойдет ваша колонист. Ничего не справится с минимум тишины и делением санкций. Да. Эррор лачуга. Короче, туалеты мы построим, друзья. Фаянсовый друг. Называли бы фаянсовый трон, не знаю, что такое. Но все равно круто. Красавцы. Так, что... Значит, с доски нужны нам, да? С досками у нас проблемы. Вот и сколько у вас работает здесь, на этом предприятии, блин? Один человек только, что ли? Да, один человек. Плохо. А вы добываете у меня, кстати, доски? Так что у тебя здесь, дружище? Давай ты, короче, двинь сюда. И на машине ты двигай домой. 6 очков, ёпты. Так, явно здесь ничего не будет. Ну, будет, только нам только вообще не нам это вообще не подходит. 30, блин, или там 3 звезды, там нормально, блин, по ушам мы получим. 3 этих скелетика, я не имею, 3 звезды, блин. У нас йодные таблетки были где-то? Не, у нас нет йодных таблеток, блядь, это плохо. Антибиотики, он будет так его помирять. Или это все вылечится, подожди, я не помню, или... Это лечевая болезнь, дебаф снимался без йодных таблеток. И сейчас увидим. У нас пока что заболевших сколько йодных этих? Один. Не, лечевая болезнь минус 2. Да, все-таки лечится. Только помедленно, скорее всего. А, друзья, что вы дом не строите? А, несут доски. Опа, что произошло? После хорошего отдыха. Ой, после хорошего... Вот о чем я говорил, друзья. В чем прикол этого всего дела? После хорошего отдыха у нас, видите, у нас коммунальное жилье появилось, и настроение у людей поменялось. Сейчас смотрю, они очень тоже... Это вроде бы об этом не описывалось, да, в обнове, но это, смотрю, тоже они добавили это обновление. Герметические швы. Палатка, время для пристанища. Я даже не вижу, даже, знаешь, это лачуга, вот это надо сделать. Чтобы крыша на голову не валилась. Герметические швы нам сейчас по большому счету не нужны, потому что нет у нас лачуг. Так, можно приоритет поставить как-то высокий у тебя здесь? То есть, то, что еще я хотел, чтобы они поработали, конечно, над приоритетами, потому что иначе, блин, это все очень долго, и... Или, если, например, ты хочешь что-то по приоритетам, конечно, могу я поставить паузу на этом деле, но я хотел, чтобы приоритеты работали, как они должны работать. Приоритетная стройка, иначе на приоритетная стройка. О, он спит на улице, бедный. Ну, извини, сейчас мы тут все сделаем, у тебя будет где поспать, нормально. Так. Так, с едой у нас... Блин, ну с едой у нас так себе. Так, что с торговлей у нас?
Он что-то торгует, что-то с кем-то вообще. А, Молотаун. Так, жители этой общины преобразованы огромный торговый центр в жилой квартал и выставили охрану у каждого входа. Они часто пускают посторонних, примеряя, каких богатств обладает, ведь любой параноик знает, что если хитрый чумарь заберется внутрь, он выпустит своих друзей. Так, они торгуют конденсаторами и... Давай посмотрим. Торговать с тобой хочу. Что вы... Что мы можем... Ух ты! Да, мы можем купить это. 440, блядь, дорого нахуй. А мы вам продадим, знаете что, друзья, что вы хотите? Металл у вас есть? Инструменты можем продать. Картошечку нет. Или волокно у вас есть, волокно. Твое волокно, 40 волокна продадим. Здесь 40, о. Окей. Подтвердить. Закрыть. А мы еще с машиной можем торговать. Смотри, друзья, машинами мы можем торговать тоже. У нас же есть машина. Мы можем собирать машины и торговать машины. Они довольно дорого стоят. Так, дом строится вообще? Нихуя не строится, блин. Исследование завершено. Образование, память, производство. Подождите, друзья. Повторное использование. Станция приема лома. Умение собрать металлолом очень полезно для что начала хотите установить на свалках. Вполне можно разгадаться настоящими сокровищами. Окей, изучаем. Сколько у нас здесь 57 очков еще. Нам надо по большему счету везде по одной ветке, по крайней мере, изучить. Так, 13 человек без жилья еще до сих пор. Все, ждем доски. А они вообще собирают у меня доски? Подожди, что вы собираете у меня? Ну, может, досок целая херва туча. Чего вы собираете? Походу, никто доски не собирает вообще. А вы работаете вообще? Я не понимаю. Очень интересно. Ну ладно, это мы еще побежим пока что. Досок у нас там тоже не было нигде на рядом с нами. Что-то тут застрял, пацан. Чувак, ты чё тут, блин? Ну ты сейчас умрёшь, сейчас голоду у меня нахер. Уйдите вы, твари, вы мешаете человеку пройти. Ну и там бегает. Блин, это плохо. Это очень плохо. Ну иди проверь, что здесь у нас. Аптечки. Ты добираешься до дому. О, наконец-то. Фу, я уже думал, что он помрет. Помрет. Так, доски сейчас должны быть, по идее. Только надо принести их. А то мы очень плохо с настроением. Без крова 156 человек, блин, это плохо. Это их не производство. Рабочий труд у них уменьшается, блядь, в 5000 раз на. Так, исследование завершено. Инвентарь, что это такое? Инвентарь. Благодаря инвентаризации вы всегда будете знать, что именно на каком складе держать, где и сколько искать. На складе будет больше места, а колонисты будут быстрее ходить искаемое. Исследование. Аванпост. Аванпост, давайте аванпост исследуем. Потом эту экспедицию, потому что, ну, чтобы мы могли на машинах ездить. У нас есть 25 топлива. Мы вообще, блин. Так, что ты там принес? Ну да, они, в общем, будут далеко бегать за металлом. Но сейчас надеюсь, что здесь будет все уже нормально. Так, дабы сэкономить, друзья, времени, мы отключились того времечка. И сейчас у нас, видите, три домика уже построены. Четвертый у нас ждет доставку дерева. Тем временем у нас приехала семечко подсолнечное. Ставим еще одно поле. Вот сюда, да? И у нас опять же изучилось... Автоэкспедиция. Мы сможем на машинках сейчас рассекать по всей, блин, этой, блин, территории. Дорожная работа, что это такое? Мощная дорога, герметичные швы, палатка или на пристанище. Что это? Коммунальное жилье. Стоимость. Спиртовой уровень. Спиртовой уровень? Спиртовой уровень. Это элементарно, но очень полезно. Поможет избежать обшивок при строительстве. Оно особенно полезно при ремонте крупных сооружений вроде коммунального жилья.
Что ты, блядь, мне говоришь? Исследование капремонт двигателей. Универсал. Учитывая, сколько все прошло на планете, не шло мобиль еще работать. Настоящее чудо. И очевидно, если видел планету на машине, то активное масло идет не удастся. Паяльные лампы. Ускорять ремонт автомобилей. Нам пока что это не нужно, потому что у нас даже нету еще, блин, где их чинить. Что там, где как чинить. Так что это такое у нас? Логистика. Если просто спалить на склад все, что попадет, подругивать, свободное место закончится довольно быстро. Лучше зарабатывать систему сорвировки, полки, торговые на привлечении склад, как и волшебством, берется куда больше вещей. Крытый склад. Разблокирует крытый склад? Алло, что это такое? Ну давай попробуем. А у меня значков нету, бля, попробуем, главное, говорю. Жопа. Попробуй, главное. Да, блин, почему не попробовать? Блин, у нас даже нет такого. Сейчас семечку посадим, у нас будет уже подсолнух, мы сможем торговать им. И масло мы не сможем, конечно, создавать. Ну и с маслом мы сможем создавать, в конце концов. Они будут собирать себе масло. Тоже как-то очень нелогично, потому что сначала должно как-то обработать эти семечки, а потом только добывать масло. Ну да ладно. Производит масло сразу же, автоматически. А потом с этого масла производится дизель, бензин, да? Ну, как-то неправильно это все дело выглядит, ну да ладно. Специалисты, так, торговля, друзья, у нас, блин, закону, залог успеха, блин. Вот торговля, это, блин, всегда хорошо, и она нужна. Так, мы идем, короче, за металлом. Сейчас здесь эта машина где-то еще была рядом. Да, вот машина. Мы сейчас пойдем за металлом, заберем металл, откроем эти две территории, возьмем машину и выгоним обратно. Потому что мы нам будет, можем даже продать машину потом в будущем еще кому-то, чтобы бабосики получить. Потому что нам, например, чего не хватает? У нас вот детали бы, нам было бы супер, если могли бы купить. Давай посмотрим, можем купить какие-то детали. Вот они делают детали. Торговля, дайте продать. Сколько вы деталей продадите? 17, ёхуели так дорого, бля. У нас 360 монет, да? Давай так делаем. И мы можем вам продать, опять же, бетон. Бетон. Что еще можно продать им? Еду я не хочу трогать. Куртки не хочу продавать им. Топлива тоже нет. Ну, можно вот это, пластик еще. Нет, волокно давайте продадим лучше. А сколько получается? А, подожди, я еще купил детали, блин. Минус 8. Окей, а если только подожди, я могу что-то еще на меня продать вот так? Ну, давай металл 2.30 подадим. Так, значит, все, мы можем тут целую кучу просто всего, блин, правда, порвать сразу, и все отлично. Так, и смотрим, что мы торгуем. А, подожди, здесь это, а? Что это такое? Так, так. Так, они производят, да, доски, волокно, нет, или что-то так. Не понимаю, еще не могу доехать. А, подожди, может еще, у нас еще есть один. Один день. А что можем с вами еще проторговать здесь? Бетон у вас есть, седан. Могу вам машину продать, блин? А машину сначала починить, чтобы я мог продать ее. Ага, хер, знаю, могу что-то продать, потому что, видишь, бетон у нас... Дальше я только могу одну. А, у нас бетон уже, они не нужны, бетон. А, например, 20 металла. 40 металла, дай. Да, 40. Закрыть. Два дня до него буду доехать, до этого места. Ой, надо было доски купить, блин, ладно, черт с ним. Без досок обойдемся. Особо дружеский месяц добычи доски. Так, у вас есть, добыча есть, добывается, все добывается. Что у тебя здесь, вообще, дружище, есть? Да, добывается, а у тебя металлическая вот эта тема тоже добывается, все отлично. Здесь у нас два человека работают, здесь у нас под человечку пока что. Здесь один человечек, так, хорошо. Ладно, что у нас здесь происходит? Согласие, плюс, так, усталость, минус 8, сон на улице, минус 4, блядь. Кто там спит, мне же на улице? У меня же дома уже построены. Какие вы, что вы там спите на улице вообще, охерели?
Так, мне еще не зареспавнились. Так, хорошо. Ну, вот сейчас уже идем. Плюсик, да, согласие. Хороший отдых, 132. Все отлично. Сейчас надо только очки нам добрать как-то, и все будет отлично. Был бы еще супер, кто-то еще к нам бы пришел в гости, вообще было бы бомбически. Круто вообще. Ну, не знаю, когда это еще случится. Так, строительство коммунальных желез завершено. Замечательно. Так, тут есть, все есть. Отлично, крытый склад. Окей. Так что, друзья, мы с вами посмотрели с вами на торговлю, то, что я вам обещал в предыдущей серии. Все у нас нормально, все у нас развиваемся. Пережили мы уже катастрофу, которая довольно-таки противная, в моей точке зрения, очень нехорошая такая вот сняга. Я еще, конечно, побегаю еще за кадром, соберу какие-нибудь очки, чтобы более-менее уже тут было что-то у нас, какие-то полезные вещи. Вот. Если, друзья, есть какие-то советы или вопросы по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте в комментариях под этим видосиком. Обязательно отвечу, подскажу, или, может быть, что-то вы мне подскажете. Обязательно. Заценю и отвечу вам, друзья. Так, сейчас прием, дружище, друзья, примем. Специалист есть, три взрослых, замечательно, берем. Вот, друзья, если вам понравилось видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайкосик, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение о новых видосиках. А на сегодня, друзья, я с вами прощаюсь и увидимся уже с вами в следующих видосиках. Всего доброго, друзья, и пока-пока.